яркий коридор. Очень шумный я не вор. Честно. Широко иду, дыша, по пути бужу. Те, кто спит уже давно, тех, кому уж не все равно, чую я в комнату твою, желаю заглянуть. Как мне разведить? Кровати, час ночной, открыла в очи ты мне облик свой. Твой коварный план таков, одела на себя семью котов. Этого не ожидал, но сенсей предупреждал. Встретившись в кровати с ним, будь ко всему готов. Слишком быстро час настал, я чем можно прикрывал одеяло, простыни, но это перебор. Ты офигела! Как в кровати в час ночной, открыла в очи ты мне облик свой. Твой коварный план таков, одела на себя семью котов. Что же было под конец, не расскажет вам мудрец. Всех котов собрав мешок, я их раздавал. Девку выгнал я тогда, мгла исчезла навсегда. Но недолго почивал, ведь новую позвал. А это псина? Оказалось, сей же час, превратив настольный квас, извратив все вещи мне, забрала себе. Вот колдунья, вот беда, страшна сила старика. Он ее подговорил, преступление заманил. Что ж, мораль для всех одна, хватит слушать старика. Лучше ешьте кукурузу, она ведь для детей. Оказалось, сей же час превратит на сто...